1794 года Николаев стал базой Черноморского флота. Резиденция главного командующего флота разместилась в здании, построенном в стиле русского классицизма по проекту архитектора Неэлова. Открытие музея в данном здании состоялось 30 июля 1978 года в день военно-морского флота. Более 3000 экспонатов располагается в 12 залах музея. Модели судов от первых кораблей до современных, фрагменты первых известных лодок, поднятых с вод Черного моря и рек юга Украины. Редкие карты, фотографии, газеты, многочисленные документы, рассказывающие о развитии судостроения флота, устье Южного Буга и Ингула. В музее сохранилась уникальная коллекция старого оружия 18-19 веков, пистоли, алебарды, мортиры и другое. До сих пор поступают различные экспонаты от жителей города, среди них немало уникальных. В залах музея часто экспонируются привозные выставки. Также совсем рядом с музеем находится много различных корабельных орудий, различных корабельных торпед, мин, якоря различной модификации и размеров. На одном из якорей виднеется надпись 1803 год, а на втором есть надпись 1824 год. Также рядом с музеем находится аллея адмиралов, на которой расположены бюсты известных флотоводцев и адмиралов.